Бебі-театр у Гомелі. У лялішнім театрі відбулася генеральна репетиція прем'єрного спектакля для самих маленьких. Представлення «Сплюшки, сплюшки та потушки» цілком зроблено командою установи. Від сценарію, реквізиту до сценічного увасоблення. Перше представлення було для навученців коледжу мистецтва. У будучим роботникам сфери культури в опит створення міні-спектаклів може спотребитися у далейшому. Історія про маленького мальчика, який все ніяк не хотів ложитися спати. И дети, которые придут к нам на спектакль, они помогут нашим сплюшкам, волшебным персонажам, уложить спать этого непослушного мальчика. Ну и тем самым поиграют, потанцуют. Усім маленьким театралам будут дарить одноименные со спектаклем книжки. Тут верши, размалевки и песни. Автор так само Валентина Ильюкевич, а мастацким оформлением займалась Катерина Мохорова. Здесь поучительные такие стихотворения, добрые, уютные, и их было достаточно легко иллюстрировать. Поэтому я надеюсь, деткам очень понравится. Они адаптированы для именно младшего возраста. Я надеюсь, будет интересно. Так эти книжки дети будут получать в подарок? Те детишки, которые придут на спектакль, да? Да, да. Это как бонус, такой приятный бонус для детей. И для мам. И для мам, которая останется им на память от спектакля. Дети не просто будут глядеть спектакль, яны станут его полновартостными удельниками. Роль ознойдется для каждого маленького гостя лялишного театра.